И на месте мы приехали. Паркинг здесь большой, машин полно. Зато бесплатный паркинг. И еще есть много парковок. С утра 9 часов только. Мы на месте. Базар вон там уже виднеется. Ну, идем смотреть, что там есть. Людей видно, что уже с утра полно. И сразу у входа базар напоминает нашу Калинку. Кто был в Черновцах на Калиновском рынке? Вот это что-то наподобие. Лотки, навесики, павильончики. Ну, прям смотрю, все близкое и родное. Стеллажи, манекены, зазывалы. Единственное, что здесь ряды, не по номерам, первый ряд, второй ряд, третий ряд. Здесь каждый ряд имеет свое название, как бы улицы. Канал стрит, Чарльз стрит, Файв Эвеню, Пятая Эвеню. И вот такие покупатели здесь тоже есть. Ой, какой хорошенький. Видно, рынок большой. Место большое, открытое. Людей, может быть, еще рано не очень много. 9 часов. И даже золото есть. Джинсы. Велосипеды, это моторы, белье. Мед можно купить у местных пчеловодов. Пыльца. Ну вот то, что мы ищем на сегодняшний день. Мы хотим купить велик. Люди хотят ездить на велике, заниматься спортом. Так для меня уже поздно, лето заканчивается. И держать негде у нас. Такая маленькая квартира, у нас негде держать вот такие громоздкие вещи. Складной нужно искать, который складывается. Удочки, какая-то аппаратура музыкальная. Что-то такое всякое разное. Вот здесь и вот этот балашиный рынок он называется. Ну, наверное, всех напугала погода. Дожди, дожди, дожди. Вот, наверное, люди потому и не вышли. Вот интересный кораблик. Лампы. Интересный стул для отдыха. Вот всякое камуфляжное обмундирование. Военные, даже каски есть и сапоги. 67 долларов. Кожаные. Каска тоже есть. Противогаз. Запчасти для каминов. Сноуборда, пожалуйста, на снегу кататься. Для номеров штучки. Резинки, Маш. Я даже знаю одних людей наших, которые
торгуют здесь вот таким вот всяким разным хламом, бэушным собирают. По дорогам здесь многое выкидается, на дорогу выносится. Наши дядечки, пенсионеры, у которых маленькая пенсия, собирают. Имеют подходящие какие-то машины, минивены. И возят сюда продавать, если кто-то выкинул детский корсет, или детскую коляску, или детский велосипедик, или, я не знаю, какую-то тумбочку. Ну, вещи, которые не сильно громоздкие, которые не занимают много места в машине. Все вот это собирается. И сюда привозится. И дядечки так себе подрабатывают для пенсии. Какая-то копеечка. Берут же за даром на дороге. А тут за десятку, за двадцатку. Кто сколько сможет выручить. Вон даже тут есть седло для лошадей. 250 долларов. 225. Классный велик. Колесик передний поменьше, задний побольше. Седло регулируется. И стоит он 250 долларов. Ни много, ни мало. Люди имеют вот такие трейлера и возят ими сюда свои вещи на продажу. Вот и продукты есть, фермеры повывозили. Помидорки 3 доллара, лукошка, перчик, огурчики 2 доллара, дыньки по 3 доллара. Духи на любой вкус и цвет. Моющие средства. Котелок даже есть. Монеты. Деньги. Кому что надо. Полно вещей. Ношенных и неношенных. Есть интересные вещи. Бижутерии много. Много бижутерии разных. Люблю порыться больше, чем носить. От Avon много, Mary Kay. I made some money. Now it's time to get rid of it. Do you have any antiques here? There's all kinds of antiques. I got the oldest thing in the market right here. That's the oldest thing in the market. Oh, this is shocked. I wasn't sure that someone was. I've been picking them all the time. That's the oldest thing in this flea market right here. 7 million. How old is that? Any of these are 7 million? Yeah. What is this, cigarette lighter or just the yeah, these are lighters. That I can do 15.
Шкатулочки разные. Да. Музыка тут наша национальная играет. Всадники интересные. Утюг интересный. Валики все для ремонта и покраски тут у них. Гитару можно купить даже. Барабанчики машут. Бамба. Барабаны интересные. Старинные рубанки. По дереву работал кто-то, видно. Вот это его работа. Everybody make picture. You don't have to charge 5 cents for it. Any weight? Any weight? Gitarra музыкант покупает. Умеет играть, слышно. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades. Вот мы и побазарничали. Где-то 11:15 мы уходим. Начало хорошо припекать солнышко, хотя такового нет тучки, но парит хорошо, наверное, все равно будет дождь, как и обещали. Что мы там взяли? Взяли каравай сидс. Это наш кмин. Кмин. Кто как называет. Мы его запариваем, когда проблемы с желудком. Да, болит желудок, живот. Хорошая штука. Привыкли дома это пить, и здесь продолжаем. Хорошо, что есть. По мелочевке взяли скотч. Посылки нужно будет потом заматывать хорошо. У нас много уходит на посылки, когда мы отправляем. И Маша взяла 3 лака на доллар. Такая шара, как говорится. Еще я взяла черешню.
Один вот одно ведерко, такое небольшое. Хотели 6 долларов. Я по своей как бы наивности хотела поторговаться, но не тут-то было. Я хотела дать 5. Она говорит, нет, 6, не могу за 5. Ну, может, не ее товар, ничего сказать не могу. Ну, конечно, взяли за 6. Ну, черешни неплохие, килограмма 2, вот такие вот крупные. И сладкие, и хорошо, что они тут еще есть. У нас, наверное, там уже прошли, а тут еще август месяц, середина августа есть черешни. И не могу сказать, что они плохие, порченные, старые, отличные, тверденькие, то, что надо. Мы возвращаемся, потому что Маша на 3 часа на работу. Нам нужно так чуть-чуть подкочегарить в дороге, потому что еще нужно, не нужно, хотелось бы зайти. Тут недалеко есть русская база, русский магазин. Степа хочет зайти, селедку хочет взять. Так что базарный день закончился. Походили, погуляли, посмотрели. Мало сегодня продавцов, может быть, еще потому, что ну вот погода неустойчивая. Обещали дождь, дождь, дождь. Потому, наверное, люди испугались и не вышли. Но машин, как покупателей, очень много. Может быть, здесь и другой раз бывает и больше народа. Нужно, наверное, приходить, когда не так жарко. Ну, я думаю, что вы в общем поняли, что здесь такое. Плюс-минус, когда как. Все, на этом мы уходим. Пока. Хорошего дня и настроения. Бай-бай.